Новый театр эстрады совсем скоро появится в Барнауле. Первый за Уралом театр эстрады. Нужен ли такой краевой столице? Где будут проходить представления? Рассчитывают ли его организаторы на аншлаги? Спросим сегодня у инициаторов создания Виталия Гасаева и Петра Винца, участников театра-студии «Калейдоскопа», а также участников известной КВНовской команды «Дети» лейтенанта Шмидта. Здравствуйте, ребята, рады вас видеть. Здравствуйте. Зачем нам еще один театр? У нас в городе театров, ну, предостаточно, ребят. У нас же есть и драма, и музыкальный театр, и тюз, театр кукол, и ипподром. Может, в Москву? И ни под один жанр мы не подпадаем, а жить в Барнауле мы собираемся. Вот, посему инициативной группы, которая намного больше, которая состоит и из участников команды «Дети» лейтенанта Шмидта, и из участников и руководителей шоу-театра «Калейдоскоп». Я надеюсь, что и молодежь подтянется обязательно. Не надеюсь, а так и есть. Мы пока просто не выдаем всех своих планов. Вот. Решено было театру быть, театру эстрады. Вот. Я надеюсь, так и будет, что мы найдем и угол, и найдем статус. Ну, статус нам даст, я думаю, что зритель, это честнее. Ну, вот я все думаю и хочу вас спросить, не роскошь ли для провинциального нашего городка Барнаула театр эстрады? Кто сказал, что... Мне почему-то кажется, что театр эстрады это где-то в крупных городах. Москва, Питер. Вы знаете, мы считаем любимый город Барнаул не провинциальным, вот, а достойным для того, чтобы в нем был театр эстрады. Чтобы люди, которые здесь живут, гордились и всевозможным жителям центральных городов говорили, а мы-то покруче будем, у нас вон театр эстрады есть. Вообще, кому идея это создать театр эстрады пришла в голову? Не знаю, Виталий, Петя, кому-то, может быть, из ваших коллег. Ну, Петя, расскажи. Да, собственно, со студенческих подмостков. Да, давно это мечтал, да? Да, мечта. А когда состоялся коллектив «Дети» лейтенанта Шмидта, ну, тут и карты в руки. По поводу провинциальности могу сказать, что мы даже между собой шутим, когда нас вызывают куда-то в центра, имеется в виду Москву, на какие-то, да, на проект, ну, вызывают, звонят. Да, да. И мы едем, мы обычно кидаем фразу «Я поехал в пригород Барнаула». А, вот оно что. Да, вот. Это о статусности Барнаула. Я надеюсь очень, что проект под названием «Театр эстрады», он обретет именно в своем, своей статусности место культовое, в том смысле, что любой приезжающий в город Барнаул говорил бы, а где тут у вас театр эстрады, я слышал, и сходил бы мне туда. Вот. Потому что есть такие коллективы, можно перечислить, именно которые в плане туризма, если у кого-то стоит в сетке посетить этот город, они в первую очередь идут туда. И поэтому цель вот нашего проекта как раз создание вот такого уголка, уголка юмора, уголка смеха, незабываемости, куда зритель приходил бы и потом возвращался от желания вновь и вновь еще раз посетить. А вот я еще думаю, может быть, вам работы не хватает, что вот вы решили себя еще как-то реализовать в театре эстрады, потому что знаю, что вроде бы вы и в различных концертах участвуете. Ну, скажу честно, вот то, что мы вот сейчас вот над чем работаем, над театром эстрады, это наше. Вот то, что нас куда-то приглашают, это все равно, ну, это хотелось что-то свое, да, вот, да, чтобы было свое. И тем более, и уже опыт есть, и, чтобы его передать. Есть материал накопленный. Спектакли, то есть помимо вот концерта, каких-то программ, у нас есть и спектакли, которые мы будем показывать зрителям. Если говорить о 12 октября, открытие да? нашего сезона, которое будет называться «Вагонные споры», это как раз вот результат 4 месяцев нашего, ну, ежедневно будничных встреч, так скажем, измышлений, нашей фантазии на тему приложенную. Поэтому это авторский материал с багажом процентным определенным накопленных миниатюр, накопленных песен, которые были проверены. Вот. Кое-что зритель увидит новое, кое-что он увидит не то, что старое, а то, что ему, может быть, даже покажется уже знакомым, и он где-то видел, а может быть и не видел. Поэтому ждем разного зрителя, барнаульского, приезжих гостей столицы Алтайского края. Ждем, приходите, будет очень весело. Слушайте, а вот актерский состав, это, ну, уже начал ты, по-моему, Петь говорить, это только ребята из «Калейдоскопа» или кто-то еще? Могу перечислить. Пишете все сами для себя или каких-то приглашаете людей?
пишем сами, звоним. У нас есть замечательная команда, которая в бытность КВН на нас авторов писала, и они здесь также в Сибири находятся. Звоним как к учителям, как наставникам, показываем то, что сами написали, они нам пишут ответку, советуют, что-то пишут. Я скажу, что когда прошел материал о том, что о наших намерениях, нам с Камчатки, с Сахалина Женя Грошев постоянно пишет, а вот это вот обязательно сделать, а вот это вот. Это приятно. Наши именно по КВН-овской. Ну и не только с Камчатки, среде. С Сахалина, и с центральной части нашей необъятной родины. Люди искренне радуются за то, что, и все говорят, давно бы это ждали от нас. Ждали от нас. Но актерский состав будет в основном базироваться на Дима Никулин, Александр Федоров, Виталий Гасаев, ваш покорный слуга, Александр Иванович Полетаев, даже звукорежиссера мы нашего взяли основного, потому что нужно делать проект с теми, на кого должен можешь будем, опереться и будешь уверен. Да, и обязательно мы будем привлекать молодых, талантливых, вот именно, и наших молодых калейдоскоповцев, и вообще талантливых людей из города Барнаула. Дело в том, что мы-то с ними общаемся, видим, и уже сидим на всевозможных конкурсах. И люди есть. И жалко, что многие уезжают в Москву, но не у всех получается там реализоваться. Угу. По крайней мере, в Москву уехать никогда не поздно, а поднатореть, поднаучиться, и мы их сможем чему-то научить. Ну, это уже начали говорить о том, что вас поддерживают отовсюду, там Хабаровск, Москва, Питер. В социальных сетях я в Инстаграм, в частности, видела, что все говорят, приезжайте, КВНщики. Беларусь и Украина нас еще поддерживают. Вот известные КВНщики, все говорят, смотрите, у нас театр эстрады открывается в Барнауле. Вот по дружбе согласились помочь ребята или за гонорар? Да, конечно. Дело в том, что вот эта идея, это Петр Винц придумал эту идею, и мы просто позвонили своим друзьям, знакомым. Светлакова видела тоже. Да, да. Ну, то есть это и КВНовское прошлое, и настоящее, и те замечательные, яркие люди, с которыми мы пересекались на кинопроектах различных, на программных, телевизионных проектах, вот, просто в жизни пересекались. Нам присылали очень забавные даже, такие, просили по 20 секунд, там 4,5-5 минут спереди. Резали все. Да, ну то есть в бытность прошлых, вот если вспомнить программу «Знак качества», можно даже устроить под этот проект определенный набор таких вот персонажей. По поводу 12 октября еще могу сказать, что запланировали мы даже для того, чтобы сделать и работу над ошибкой, потому что есть определенный момент сложности, то, что когда придумается что-то новое, хотелось бы его обкатать, сделать какой-то фокус, показ. У нас, к сожалению, сейчас таких возможностей поменьше. Вот, кое-что уже обкатали, был недавно концерт вот в городе Красноярском крае, в Канске. Вот, а здесь, получается, зритель придет вот именно на все свежее абсолютно. Ну, кроме того, что если мы там запланировали какие-то миниатюры, которые у нас уже проверены, там на международном конкурсе одна миниатюра была проверена, мы выиграли этот конкурс с Дмитрием Никулиным. Вот. Но в данной ситуации мы даже сделаем соцопрос перед началом, и вот Виталий придумал идею, и после окончания, и даже разместим тоже это в соцсетях, и для себя будет полезно, и для вас, дорогие барнаульцы. Я думаю, что мы подружимся вот именно на этой почве, на этой ниве. В данной ситуации мы же возвращаемся, получается, немного как в жанр свой. Но мы вышли из театра «Калейдоскоп», и студенческого театра эстрады. Но уже на новом витке, на другом возрасте, под другим уже с опытом, с определенным накопленным. И хотели бы этот опыт продолжить и накопить здесь, в Барнауле. Ну, не только же творческие известные люди, да, театр, но это еще и помещение, это большие средства. Вот как решаются эти вопросы? Хлеба краюшку. Решаются ли они? Да. До крыши. Дело в том, что пока мы репетируем в нашем любимом Алтайском государственном техническом университете на базе театра «Калейдоскоп», мы, в принципе, оттуда и не уходили, как получается. Вот, дадут нам помещение, отлично, нет, как Петр Петрович сказал, театру, я бы еще добавил, не просто театру быть, а театр он уже есть. Вот, так что, ну, примет нас получится, под свое получится. Крыло. Но своим делом мы заниматься не бросим, да, в любом случае. Мы уже не бросим, не потому что другого не умеем, а потому что... Вот... Это не лечится, потому что... Да. И это у нас получается по-настоящему хорошо. Здания театра нет, а театр как бы будет в любом случае.
А где вот все это будет происходить на начальном этапе? Выступать-то где будете? Вот этот сезон мы запланировали в ДК города Барнаула. Это бывший ДК «Шинник», если мне не изменять память. Но это совершенно сейчас другое по форме и внутреннему содержанию помещение. Довольно-таки уютное, прекрасное. Там есть светодиодный экран, замечательная сцена, атмосфера, место намоленное, поэтому зрителю будет, я думаю, очень удобно. Угу. Открытие состоится, я так понимаю, при любой погоде, при любых обстоятельствах. Чем еще вот будете удивлять на первом своем спектакле? Можно это назвать спектаклем? Конечно. Да, это спектакль. Это спектакль. Странный спектакль. Чем удивлять будем, не будем рассказывать. Мы практически все рассказали. Чуть-чуть рассказали. Может, что-нибудь споете? Вы там петь-то будете? Конечно, будем. Например, что-нибудь такое, коротенько. И пусть не будут люди одиноки, соединяю души и сердца. Российские железные дороги по всей стране без края и конца. Вот еще чуть-чуть вместе. 20 лет. Шар земной концертами вращая, сердце вновь дорожную поет. И чем громче та собака лает, тем быстрее мы летим вперед. Тем быстрее мы летим вперед. Вечные бродяги и скоморохи, вчетвером четыре колеса. Пусть для счастья нам и платят крохи, крохи, чтобы верить чудеса, крохи, чтобы верить чудеса. И так бесконечно. Так что я так поняла, что в чудеса вы верите, а верите в то, что аншлаги будут в вашем театре? Мы же оптимисты. Да, да. Даже если не в этот раз, все равно придем и будем. Вы были на наших репетициях, я, допустим, стою и говорю: ребята, да этот номер должен быть такой, чтобы вот как минимум народ встал и аплодировал с криками «Браво!». Чем интересен вот как раз то, что мы можем раскрыть, чем интересен проект театра эстрады сам по себе, ценен тем, что он полон неожиданностей, потому что, находясь здесь, в Барнауле, очень часто к нам приезжают, кто-то оказывается в Сибири, и имея определенные приятельские отношения и в данном случае интерес этот обоюдный будет, вдруг мы можем сделать сюрпризом, почему бы и нет. Зритель пришел на спектакль, и вдруг выходят наши замечательные друзья, которые вообще не планировали. В общем, 12 числа открытие, я уже сказала, состоится при любой погоде. Я желаю вам удачи и реализации всех ваших, самых сумасшедших и гениальных планов. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня мы говорили об открытии в Барнауле театра эстрады с Петром Винцем и Виталием Гасаевым.